Рекламная пауза. Всем рекомендую подписаться на канал Григория Павленко. На данный момент он проходит Total War Рим 2 за различные фракции, такие как Империя Селевкидов, Афины и Рим Помпея. Ссылка на канал в описании под видео. Так, что, 3-2-1, запись началась. Сетевая битва. Бактрия, Египет, Бактрия, Египет, Бактрия, Египет. Вообще. Так, Египет очень странно, конечно. Войны диадохов там, не знаю. Бактрия с Египтом победили селевкидов и пошли на македонцев. Да-да-да, вот примерно как-то так и будет. Друзья, ну это не отменяет того факта, я просто сейчас сразу скажу. Вот я ж там делал видео, говорил о том, что все там Рим 2 на месяц пока что от него отдыхаю. Да, действительно, я и не хотел записывать эту серию, но вот мне сейчас Культ ВКонтакте позвонил, сказал: «Тямыч, давай там вспомним старые добрые времена, давай там онлайн-битвы запишем и все такое». Ну, как я могу отказать старому товарищу Культу? Ну вот как? Ну вот не могу я ему отказать просто. Ну как? Просто не могу я ему отказать, но и в любом случае, все-таки компашку-то я проходить не буду, так там чуть-чуть в онлайн-битвы порубимся и все. Ах, опять у культа блин, вот и рельеф местности какой-то херовенький. И опять культа, видимо, обрубило, блин. Ох, очень хреновый местность. Так, давай сюда, вот здесь построимся, что ли. Ладно, культ мне сейчас перезвонит. Такие накладочки получились у нас с вами. Так. Так, давайте в тораксах мечников вот сюда. И по фланчикам у нас царские мечники в тораксах. Так, все, да, еще лучников поставим. Ну, стандартное, короче говоря, расположение. Так. Блин, я не знаю, что это со скайпом творится такое. Ну, да и ладно, хер с ним. Будешь. Если что, перезвоним. Будешь, да, пересоединяться сам все время. Вот я тебя подожду, друг мой, если что, буду тебя ждать полностью. Так, ну я думаю, что, я взял вот лучников в верблюдах. На верблюдах, я думаю, ну, верблюды, они же будут пугать лошадей, так ведь? Скайп. Они ведь, сука, должны пугать лошадей. Так. Скайп не хочет, чтобы эта серия была записана. Нам. Пошли, Скайп, в одно место. Ваш Скайп возле паращи будет просто. Так, стоим. Так, вот так вот. Ну сейчас коннект у тебя есть? Да. Скайп, ты просто не. Что я сделал? Скайп, ты меня убиваешь, да? Ты меня просто убиваешь, Скайп. Так, ладно, уже будет битва, ну. Последние секунды, да. Ёп! Нахера их сюда блин, да чё ж с мышкой-то, блин? На, короче, друзья, вот такой вот у нас аварийный, блин, выпуск. У культа никак он, значит, не может присоединиться. Это просто выбивает. Парень, да у вас проблемы с сетью, наверное. Так, ладно, тогда привязать остальных. Блин, его опять выбивает, а? Культяра, ну почини уже себе тут все. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю.
Так, ну ладно, я смотрю, в принципе, у культа армии так и так идут. Так, ну опять коробочник, ты твою ж мать, а, ну... Почему все, как только выбирают, блин, не знаю, эллинистические фракции, ставят себе дохера пикинеров, блин, и опять с понтом гребаные коробочники, блин. Ну то запомните, коробочник хуже пидораса, блин. Я даже сейчас не буду стесняться в выражениях, потому что это так и есть. Гребаные коробочники, блин. Так, что у нас тут? Тут у нас фракийская конница, ну и хер с ней, в принципе, по большей части. Так, Трентийка. Ладно, против них мы сейчас отправим свою конницу. Тем более, у нас же тут верблюжатина. Пусть пока обстреляют тут все. Обстреляют. Блин, очень неудобно. Построение, конечно, у них тут. Майло. Так, ладно, пока наш уже верблюжатина начинает стрелять. Все-таки, да, у них есть Трентика, но у нас есть лучники. У нас же ведь есть луч. Нихера себе, что, они могут даже такого расстояния обстреливать, охереть. Вот ублюдки. Так, ладно, этого ни в коем случае нельзя допустить. Чё за обрыв связи? Твою дивизию. Блин, культа надо на кол. Ну чё за... Коннект вообще охеренный просто. Так, ну сейчас вроде отпустило, да? Или мне показалось? Так, опять фракийка вот я вижу, да? Давай на фракийку, ё-моё. Айдава! 79, так, пошли первые потери. Отлично, отлично, отлично. Чмырим, ребят, дальше, чмырим. Так, еще чуть-чуть вперед. Сейчас я вас объединю. Так, я надеюсь, они по парфянским будут стрелять. Так, уже Фессалик пошла. Ах, блин. Сучка. Ладно, давайте обратно идем. Да, чё-то вот это я не досмотрел. Ну, тут оно и понятно, блин, потому что всё-таки. И видите сами, какие лаги, да? Так, тем не менее, нам надо занять высоту. Так, будем пока что медленно передвигаться. Так, эти все, эти потеряны. К сожалению, для нас люди, черти. Ну ладно, прогнали, но только хер ли толку, что прогнали. Так, что я остальных-то не вижу, этих ублюдков? Давай, стреляй. Стреляй, сучка! Фессалика гребаная. Чё, не такие быстрые, что ли? Да вижу я, культ, чё ты мне тут напоминаешь? Блин, ну лаги ужасные просто. Лаги просто ужасные. Тут даже не скажешь ничего. Так, ну так мы вот вас и будем контролить. Ублюдки.
даже можно тяжелого выстрела подхерачить, я думаю. А, хотя не надо. Они так неплохо справляются, ребят. Так, займу-ка я высоту. Тут как раз у них брешь неплохая очень даже есть. У второй армии. Так, что у нас тут лучники? Выстрелились они, значит, в ромб. Ну, как будто им это поможет. Блин, наивный чухонский юноша. Как будто это вам, мать твою, поможет. А, так они тут не могут. Не могут ходить, что ли? Стреляйте, судари, стреляйте. Пока есть возможность. Так, отлично, отлично. Залпы уже пошли. Сейчас наши египетские лучники их будут обстреливать. Блин, ну что, ну коннекты со связью такие, ну я коренный макарек, ну... Приходится прям, наверное, на ускоренной скорости играть, блин. Так, ну что, тем временем вроде нас мальца отпустила, и оказалось, что у нас ублюдок-то был явно не дурачок. Своей конницей отступил обратно. Так, ну и сейчас будем думать, как этих ублюдков мы будем выбивать... Даже как-то интересно, 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 девки пляшут. Так, попробую еще раз сейчас позвонить культу. Сейчас я смотрю, вроде глюки прошли. Хотя бы лаги до сих пор, конечно, остались. Да, чё-то до крута прямо не дозвонишься. Ах, твою мать. Нет интернет-соединения почему-то, пишут в скайпе. Очень это все странно. Так, а чё у нас здесь? О-о-о. Тут уже разбивают македонскую конницу, как я вижу. Так, фракийцев тут наняли, конечно, македоняне, против которых мы сейчас будем сражаться, блин, и очень-очень много пикинеров всяких в тораксах, блин. Ладно, с этой херью мы справимся сейчас, потихоньку дойдем до места, до нужного. Вообще без проблем. Ладно, давайте уже ускоримся. В принципе, я тут вижу, никто не устал у нас. Поэтому давайте сейчас бегом, ребятушки. Так, посмотрим пока, что тут у культа, какой у него тут фронт. Пока мои там доходят, занимают важную высоту. Так, ну, культ у нас ждет. Правда, конница, так, а, скифские конные лучники вот отделились от общей стаи, да, и сейчас там отдельно, наверное, тут поливают стрелами. Опять тут лаги. Главное, чтобы стрел хватило, собственно, до того момента, как мы зайдем к этому коробочнику-мудаку. Вообще, любой коробочник полный мудень в квадрате. Просто по-другому я сказать не могу. Так, ну чё, мразь? Жди, я иду. Что ж ты такая мразь, а? Что ж вы так коробки-то любите, а? Друзья мои. Коробки это очень-очень-очень плохо. Это не по-христиански. Коробочники, блин. Такие стоят. Мы коробочку, блин, сделали, блин. Спон там такие стоят, блин, тут. Ой-ой-ой, блин, а чё у нас? Я не понял. Чё у нас, построение, что ли, как-то? А, не-не-не-не-не, стоят. Это просто пугают.
просто нас пугают пока. Просто как-то что-то конница странно встала очень. Или это такой ландшафт, что ли? Так, надо сейчас вот так вот и окружить. По всем сторонам. Так, и вот так вот. Сейчас по новой тогда сейчас переформировать. Так, давайте так. И что у нас тут? Ну да, я думаю, так будет неплохо. Давайте, давайте. Хотя вот надо вот здесь вот поменьше, конечно, сделать расстояние между лучниками и пикинерчиками. Надо еще поближе их подвести вот сюда. Эх, блин, да чё ж мешают горы, а? Ладно, давайте так оставим. Так, еще раз, значит. Таким макаром. Так, все, тут уже идем пешочком. Тут уже, друзья, идем пешочком, А, решили так перестроиться. Интересные чуваки. Ну и чё? Чё они хотят, объясните мне. Только на смерть своих ублюдков послал. Ну ладно, будем их по одному уничтожать уж чё-то. Да. Хер с ними. Так, ну чё, одну часть своей фисалики они-то в принципе уже... Все, пролапошили. Ну а мы наступаем. Так, сейчас объединим лучников и пикинеров. Пусть они уже поближе подходят непосредственно к противнику, да, к этой части. А, как я вижу, у него также есть застрельщики, но у нас свои лучники есть. А, пусть будет перепалка пока, перестрелка, пока мы тут с Коллинс разбираемся. Так, ну и пододвигаем поближе еще остальную пехтуру. А, да, сейчас наши пикинеры будут испытывать на себе огонь. Но, как мы видим, наши лучники нехило так вышибают вражеских застрельщиков, да, в первую очередь, вот этих всадников-копьеметателей. И сейчас и наши их прогонят. Просто-напросто. Да, то есть, как мы видим, да, тут наши, конечно, немного... Испытали на себе стрелы, но, как мы видим, ни одного пикинера, ни один пикинер не погиб. Все отлично. А лучники с позором бегут. Застрельщики, точнее, да? Сейчас еще своих застрельщиков пошлем. Собственно, я поэтому один отряд конных застрельщиков и взял. Чтобы сейчас неплохо так патролить пихтуру. Потому что я, в принципе, подозревал, что сейчас они по-любому возьмут фалангу. И типа будут якобы себя чувствовать в безопасности. Но сейчас я объясню этому чуваку, что ни хрена это не так. Ну и что мы видим? А видим мы то, что они решили своей фалангой пойти на наших пикинеров. При этом, как я вижу, им абсолютно похер на то, что на правом фланге сейчас моя конница, да, Птолемеева. Птолемейка. Абсолютно я смотрю ему все равно на этот факт. Он все равно сближается. Ну ладно, сейчас зайдем мы тебе в бочару и во фланг, ублюдок.
Ибо коробочники должны страдать. Коробочники должны, мать твою, страдать. Это прям факт. Прописные истины. Ну а теперь заходим во фланг. Сейчас еще скастуем ему какой-нибудь боевой клич. О, все. Замечательно. Отлично. Сейчас уничтожим его гену, а без вражеского генерала у них уже абсолютно упадет мораль. Дайте подальше лучников отведем, потому что не стреляют они вблизи вплотную. Ну и пошлем на подмогу уже наших мечников Торакса, да, и царских мечников Торакса. Ну и также еще прачников подведем, потому что, как мы знаем, прачники, у них высокий показатель пробития брони. Наш Птолемейк здесь действует отлично. Вот сейчас еще Ворна скомандовали, да? Ну чё, Брут, получил, мразь? Вот так вот. Так, генерал слился, отлично. Чё тут хотят они нам сделать? Ничего они мне не могут сделать, вообще никак просто. Так, сейчас сливаются они потихоньку. Отличные новости. Сейчас тоже немножко подальше. Подальше отошлем своих. Так, они тут делают типа как бы усиление. Обратно, парни, обратно идем. Херачим дальше. Так, тут у нас кто? Опять фракийцы, да? Опять фракийцы. Стопы, ладно. Сейчас нам главного-то надо... Обратно отступаем. Очень хорошо, что много я нанял лучников. Эти ребята сейчас просто сольются. В пьяном угаре. Просто тут на них уже просто идет месиво. Просто они сейчас копейщики, щитоносцы, блин. Так, стоп, это мечники в Тораксах. Чуваки. Пачаны, стоп. Что вы делаете, пачаны? Нет, не надо. Ладно, пачаны, вы не хотите по-хорошему, будет по-плохому, пачаны. Так, значит, наемные критские лучники, это будут первые у нас. Кому мы отомстим? Жестоко отомстим, да? Так, в принципе, смотрите, сейчас уже можно делать, что у нас тут. Тяжелый выстрел давайте захерачим. Так, сносим сейчас критских лучников. Херам собачьим. Что захотели, блин, да? Думаете, что самые крутые здесь, да? Самые тут эти. Шаляпины, да? Ну и аргарианские топорники, само собой. Шаляпины, блин. Блин, вот знаете, очень меня это радует, когда вот такие вот, знаете, там, Македона дети и всякие прочие, скажем так, ну, Македона дети коробочники имеется в виду, потому что, ну, есть и нормальные люди, кто играет за Македонию, а есть вот Македона дети коробочники. Вот, понимаете, то, что вы сейчас видите, это будет с каждым коробочником, просто с каждым. Поэтому, друганы, еще раз вот повторю. Ух, ё-моё, чё ж я пустил-то в расход своих. Если вы коробочники, то вот это... То, что вы сейчас видите, это будет с каждым. Потому что коробочники, они вообще не заслуживают никакого уважения, просто это... Это низшее звено. Не будьте такими. Не будьте коробочниками, друзья мои. Так, вот мы их уже потихоньку разбираем. Замечательно, вообще шикарно. Хотя они тут что-то стоят просто, ни хрена не делают. Все. Слились, ребятки. Ребятки слились. Хорошо, что мы наняли довольно-таки достаточно
стрелковой пехоты, и что мы видим? Результат. Сохраняем повтор, само собой. Все. Объединенный союз Египта и Бактрии вынес Македона детей, с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. А Македона дети и коробочники должны страдать. Я думаю так. Так, ну и в принципе, я говорю, один уже Македону ребенок слился, и в принципе вот одна такая забавная битва, опять же повторюсь, в принципе, если бы не культ, я бы даже это все и не записывал. Но так, в принципе, смотрите, компания мне уже порядком надоела, но так иногда, в принципе, онлайн битвы Второго Рима можно и делать. Вот. Полноценная кампания, к возвращению к полноценной кампании, я думаю, мы вернемся только, как я уже сказал, где-то в ноябре месяце, я думаю. Я думаю, тогда у меня уже запал вернется. Но пока что все. Всем спасибо за просмотр. Вот такой вот сейчас такую небольшую мини-битву диадохов мы устроили с культом. И в очередной раз выиграли. Не будьте коробочниками, друзья, не будьте коробочниками, и будет вам счастье.